эти, ойлонго жокпуз. Ойлонго да жокпуз. Азыр мына ушунча жыл бар. Биз эң биринчи кадамга В стране происходит 30 лет. Мы живем в стране, которая ничем не может гордиться. Мы можем гордиться лишь своей природой и свободой слова. И вот они отбирают у нас эту свободу. Они отбирают эту свободу. И сейчас люди поэтому недовольны. Я лично против этого. И мы не позволим ни в коем случае. Причина, цель данного законопроекта предельно ясна. Заткнуть неугодных перед выборами. Это абсолютно несправедливость, я считаю, на мой взгляд. И где-то часа в два у нас будет завершение.